Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы хотим с вами поделиться одним обрядом. Это обряд на защиту вашего дома. Обращаем ваше внимание, что этот обряд не имеет последствий, если к вам приходят добрые люди, и эти люди не желают вам плохого. Этот обряд касается только плохих людей. Кто вредит, у кого, знаете, язык как помело. Что мы делаем? Вам нужно взять святую водичку и окропить святой водой порог вашего дома или квартиры и 3 раза прочитать следующие слова. «Приступи, Господи, мой порог, благослови, Господи, мой оберег от пули, ножа, огня, топора, веревки и дел разбойных. Трижды тремя путями, трижды тремя дорогами, Божьими оберегами. Коль со злом кто на мой порог станет, тот и жизнь свою здесь оставит. Не спасет его ангел-хранитель, не сбережет его избавитель». Вся, кто со злом ко мне придет, трижды тремя муками умрет. Не отделать моего заклятия, оберегиного проклятия, ни первому, ни второму, ни третьему, никому. Сердце его съест змея. Господь мой со мной, а с Господом я. Аминь. И, друзья, делать вы это можете в любое время суток. Луна здесь значения не имеет, но вы должны быть сами дома. Животные не считаются. Еще раз, друзья, хотим вам повторить, что те, кто пришел к вам с добром в ваш дом, добро только больше будет. Кто придет со злом, тот и получит свое. Как говорится, кто пришел с мечом, тот от меча и погибнет. Пожалуйста, проводите эту практику, она достаточно сильная и помогает для защиты вашего дома от тех людей, которые желают вам зла, которые пытаются навести зло, порчу и так далее.